вот такое место, надо знать места и быстро бегать. Вот как-то так, да, такое место, вот общий вид, виды вокруг. Такое место. Самое главное, ветра нету, маленько ветерок, то есть, то нету, но практически нет ветра. Вот такая. Такая красота, никого здесь нету. Утром в 3:50 меня разбудили птицы. Они вот на этих вот деревьях сидели и это песни трели всякие пели. Шашлык еще вот есть. Это все порежу. Вот так, да, палатка будет стоять вот здесь, на этом месте. Место вот такое, ребят. Абсолютный лес. Диван, да, ребят, диван. Вода. Вот такая штукенция есть с водой. Сейчас вот так вот, да, вот водичка бежит. Шашлык я уже сделал. Вот эти две порции, они немножко жиром. Это чисто мясо. Пиво. Полесская компания, Полесская и Жигулевская, она делается в городе Щербаково. Пишет почему-то, что разлито в Полевском. Процесс накачки матраса в палатке. Вот так, да, это выглядит. Итак, уже 10 часов вечера, а еще сейчас хит от Modern Talking. Второй альбом, самый охрененный из Modern Talking, из шести, который был 86-й, 89-й год, 84-й, нет, 84-й, 87-й год, вот так, да, 3 года музыки Modern Talking. Ну вот как-то так. Это 8 утра. Птички поют вовсю.
Ну вот и все, ребятки. Покидаем лесистую местность. Все, отдохнули классно. Сейчас снова шашлык буду делать. О, это самодельный. Шашлык самодельный. Вот, сейчас угли делаем. А место вот какое. Это сад, да, можно сказать, в центре города. Вот тут два небоскреба стоят, а это сад. Там еще один строят. Кстати, вот эта покрышка, сейчас покажу, она прошла Таджикистан. Вот это вот. Я на ней в Таджикистан сгонял, на этой покрышке, сейчас она здесь в саду. Вот такой вид. Клещей я больше не вижу здесь. А. Птички поют, да, вообще классно. Вот так, да. День России отмечаю. Я два раза, помню, 2008 и 2010 год уезжал именно 12 июня. Там прикол, где-то я даже писал на сайте, что самый прикол покинуть Россию в День России. И покидал я ее в Республику Казахстан. Так вот, да, в общем. Ну все, погода отличная. Птицы поют, вообще классно в лесу. Супер. Ну вот так, да, в общем. Вот такие дела.